challenge time. Ответ через следующее владение. Вы должны приблизиться к будке стражи. Задайте им священную загадку, и пусть они слушают. Будь хитер, да помогут тебе силы небесные. И снова всем привет. И я записываю эту серию из самого лучшего места. Из самого лучшего места на Земле. Со своей стороны, а точнее из отпуска. Бастионы, где рыцарь взывает о помощи. Сделай это сам, ибо мертвые тебе уже не помощники. Так. Не будем особо тут страдать херней, будем выкапывать все. Как минимум по той причине, что нам нужно здесь побольше маны. Так, тут у нас сокровищница. Тут можно... Ах, желчный демон, познакомься с ним поближе. Он настоящий зверюга лесной, размеры его ужасны. Лесной? Подземный, наверное, все-таки. В общем, у меня первый день отпуска, хотя, как всегда, все через одно место. К сожалению, но... Так, все, деньги кончились. Быстро. Так, тут тоже. И тут можно, в принципе, выкопать. И вот тут выкопать. И я бы еще бы призывал бы товарищей. Новый тип созданий прибыл через портал. Кто там у меня? Тролинды? Пусть будут. Так, давайте, вытаптывайте. Ну вот, кстати, время, да, я что-то сразу не заметил. Я помню, что времени не так много. Но вот не помню, что она немного ограничена. Так. Во-первых, нам, конечно, бастионы бы неплохо все заиметь. Возможно, этим мы и займемся сейчас. Ты за этим идешь? Так, все, ты уже, думаю, сделал все, что надо. Вставай, мы пойдем крушить. Халк ломать. Ну, ты достаточно быстрый для такого пухляка. Думаю, мне его хватит, чтобы расфигачить. Вот эти штуки. Но он какой-то, блин, не знаю, немножко, конечно, неповоротливый. Оу! Все равно умудрились ударить. А! Так я еще больше получаю люлей. А, и зачем я? О, и тут мостики уже сделали, отлично. Точнее, деньги на мостики появились. Не ходи туда! Там тебе плохому научат. О, блин, опять мостики криво сделались. У них такое бывает. Есть. Утя! Да? Ну иди сюда. Блин, какая же у тебя долгая перезарядка удара. Козлина! Вам нужна тюрьма, чтобы сажать туда раненых врагов. Подождем. Так, я их могу теперь, в принципе, и за угла бить.
А то жизни уже, блин, половины нету. Все, сломали. Чё ты такой? Так, ты сам его раздавишь, не раздавишь? Давай я тебе еще сюда этого кину. Для полной радости. Так, чё мне надо еще? Ой, тут куча всего можно выкопать. Десяток, все, мне должно хватить. А чё ты убегаешь? Тут смотри, есть что, чем еще заняться. Кушать ты хочешь? Подождешь ты покушать. Сам догадаешься? Ага, хер там. Может, тролль ближайший догадается. Все, ломай. Так, тут у нас все отлично. Тут он куда-то еще что-то это все идет. А, под этот, да? Ну, нормально. Так, вот здесь можно выкопать. Потому что на самом деле тут что-то еще... Дофигище, где можно выкопать, чтобы увеличить выработку маны. Ты тут еще все трудишься, так? Да-да-да-да. Продолжайте. Не останавливайтесь. Так. Камера пыток. Камера пыток. Че, все? Да, немного у меня денежек. Сказал бы я. Да. Так. А тут этот недоступен, кстати, вызов. Ой, ну хорошо, хотя бы одна уже замечательно. Хотя одной, конечно, все равно маловато. 500, мало. Блин, где все деньги? Почему так мало денег? Прям даже нехорошо как-то. Так, тут сломали и сейчас начнут вытаптывать. Уже хорошо. У нас появятся эльфы тогда. Мне вот этих бы ребят еще выманить бы. Что тут у них? Сигнали этот какой-то огонек. Магический предмет. О, это хорошо. Мужика бить вначале, а потом уже всяких там. Психопат. Новый тип задания прибыл через портал. Утаскивай. Что ж вы делаете-то? Фу, все. Забрали.
Так, все, свободны, ребята. Кто там умер? Мужик? Мужик не страшно. Мужик даже хорошо. Так. Давай продолжайте, ребят. Что-то там еще что-то есть наверняка. Вы захватили вражеский зал стражи. Да, я такой. Я, наверное, не просто его захвачу, я его еще и продам. Потому что мне он особо не нужен. Осталось 10 минут. А вот бабки мне нужны очень даже. Ну, что-то с ними все плохо. Блин, сейчас еще и день получит. Сейчас кто-то денег не получит, начнет обижаться. Нехорошо. 600 одна библиотека стоит, так. Вы не можете построить эту комнату. Не получат денег все, по-видимому. Деньги получат. У вас недостаточно золота, чтобы выплатить слугам жалобы. Мана, хорошо. Ваш резерв магии увеличился. Тут еще большая комната. И я не помню, что так тяжко тут с этим самым, на самом деле, с бабками-то. Так, вы еще магический предмет какой-нибудь найдете, надеюсь. То есть смотрю, о, золото. И вот золото, хорошо. Хоть немножко, хоть чуть-чуть. Что там по этим 8 минут осталось? Желчный демон стал несчастлив, потому как ему нечего кушать. Ну ты бедненький. Ваши подданные не могут добраться до логова. Все они могут, что вы гоните? Я никого не запирал. Я уже почти до этой крепости дошел. Блин, а тут тоже толпень какая-то жуткая. Стражи слишком мало. А он же возьмет. Откуда он пойдет вообще? Сверху? Или снизу? Так, а я здесь где-нибудь... О, я здесь могу выйти и сэкономить кучу денег на этих. И, возможно, людей по чуть-чуть, наверное, чикать, чтобы поменьше была толпа. Так, появились денежки. Надо хоть чуть библиотеку построить. Вообще, по-нормальному желательно было бы, конечно, тренировочный зал, блин, но мне на него не хватит. А, не, хватило. Хоть чуть-чуть, чтобы потренировались. Так, у нас полная мана. Выработка. Это здорово. У вас недостаточно денег, чтобы тренировать бойцов. У вас недостаточно золота, чтобы... Рабочую силу из магии. А, принять работников. Ну, такое. Можно, конечно, в принципе... Новый тип создан. Сделать. Был через портал. Вы нашли магический предмет. И всех их там десятерых. Вы получили новых имп. Скинуть. Будет доп мана. Не уверен, что прям так сильно будет нужен, но... Так, отлично. Тем более у нас есть бабёха. Если у нас есть бабёха, мы кого угодно сможем вынести. Бьет она быстро. Бьет она больно.
Ты не охренел? Ты орешь на бабу и прокачиваешься за счет этого. Вообще борзевшая морда. Вам нужна тюрьма, чтобы сажать. Еще как бы непонятно, зачем мне только чисто для троллей дали, разве что. И желчных демонов кузницу. Потому что денег строить ловушки у меня нету. У вас осталось 5 минут. Желчный демон стал несчастлив, так как не получил жалоб. Мы все несчастны из-за этого. Достаточно золота, чтобы выплатить слугам жалоб. Желчный демон стал несчастлив, так как не получил жалоб. То есть второй раз уже, да? Тут. Просто ассасин такой. Хыт. Хыт. Все, этих отметелили. Никакой херни тут нету? Вот, есть одна херня. У вас осталось 4... А, нога чешется. А, отвратительно. Вроде все. Беги домой, зай. Вот тебе. Деньги. Деньги, деньги, деньги. Надо хотя бы мостик тут захватить и сделать, точнее, мостик. Чтобы тут захватить и начать херачить молнии уже тут. Я счастлив. Но что я могу делать? Так. Вы там что так долго несете деньги? Золота, чтобы выплатить слугам жалование. Да я знаю, знаю. Во, мне на этот хватает, главное, сейчас. В целом нормально пока все. Да, не могу ж еще. Подданные не могут добраться до логова. Заклинание создать импа улучшен. Давай быстрее, парниша. Ваш зал стражи слишком мал. 2 минуты осталось. У вас осталось 2 минуты. Вы захватили вражеский зал стражи. Ну а тут еще денежатки есть. А те засранцы убежали, да? А, нет, только один. Давайте, ребята, вам немножко денежек потрачу на вас, чтобы вы покачались немножко. Хотя бы. Ну, тут еще были деньги, я упустил этот момент, да. А тут что? Газовую ловушку куда-нибудь или эту поставить?
скорее ломай, может, еще успеем. Хотя бы ловушку поставить. Давайте, ребята, давайте. На всякий случай сохранюсь. Игра сохранена. Тролль рассердился на то, что ему не платят денег. Куда ты собрался? Денег ему не платят. Была построена в вашей мастерской. Будешь мясом у меня тогда. Смотри, рыцарь и его приспешники лезут на эту землю. Вижу. Если ему сейчас засунуть деньги, он успокоится немножко. Успокоился. Желчный демон покинул ваше путешествие. Вот козлина. Деньги получены. Давайте еще одну ловушку, и может быть у нас будет счастье. Четвертый уровень, блин. Ты до третьего, интересно, успеешь докачаться? Чё-то сомневаюсь, если честно. Особенно если я все деньги потрачу. Заклинание молния луч. Дама, пока у вас недостаточно золота, чувачок отбился от стада, мы его немножко отхренячим. Есть. Была построена в вашей мастерской. Тихо. Тихо. Пока не разбирается с импами, мы разберемся с ним. Ваша мастерская слишком мала. Давайте, ребята. Тут один. Одна лань отбилась от стада. По своей глупости. Фух. Это не может ты так быстро бегать, быстрее импа. Я что-то даже другого ожидал. Он думал собрать еще больше союзников, чтобы... Опять эта хрень. Какая вам разница? Так. Да и в конце концов на голову разбил лорда Ронина и провозгласил себя хозяином Вуденсонга. Хорошо бы, чтобы его пребывание там было как можно короче. Чё у нас тут? Страна Вуденсонг была некогда завоевана хитрым хранителем Асмодеем. Ай, господи.